Районные службы благоустройства, управляющие компании ТСЖ, ЖСК, ТСН еще до восхода солнца организовали работы по расчистке территории от последствий интенсивного вечернего и ночного снегопада. В первую очередь, внимание уделяется уборке от снега подъездов, тротуаров, во дворах и вдоль улиц, лестничных спусков, а также подходов к социальным учреждениям, чтобы жители могли спокойно выйти из дома, дойти до больниц, школ, детских садов и остановок общественного транспорта. Только в Ленинском районе города утром выполнять эту работу вышли 174 дворника и 16 единиц техники. В 6 часов мы контролируем вот именно выход техники и выход дворника. Чтобы к 7 часам утра, когда люди идут на работу, уже как минимум входные группы и тротуары были очищены. Всего в городе в дневную смену расчистку проводили около 300 единиц техники и более 3300 дворников. А минувшей ночью в уборке улиц города было задействовано 254 единицы техники и 83 дорожных рабочих. Учитывая, что потепление вновь сменится морозной погодой, рабочие продолжают активно использовать противогололедные материалы. За минувшие сутки было использовано более 350 тонн. Продолжается и вывоз снега с улиц Самары. Сегодня на спецплощадке доставили более 5000 тонн зимних накоплений. В ближайшие дни осадки не ожидаются, но ожидается понижение температуры вплоть до минус 30 градусов. То есть это условия, когда, в принципе, даже выпавший снег может смерзнуться. Поэтому основная задача сейчас его максимально очистить покрытие от данного снега. Все виды работ контролируют городские и районные службы благоустройства. Если те или иные организации недобросовестно исполняют обязанности, на них составляют соответствующие акты. В дальнейшем документация может быть направлена для прокурорского реагирования и в адрес ГЖИ. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.